Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Приветствую всех вас с Киевской области, город Ворзель. Здесь на въезде в город поставили такой памятник. Иисус Христос, а с двух сторон Петр и Павел. Так что, друзья, это очень знаменательно. Так что сам Господь, Иисус Христос, освящающий этот город, как напоминание такое, знак такой для всех. Вот, и два его вот из апостолов, самых таких видных, в общем-то, двое, да, Петр и Павел, посланные к евреям и посланных язычникам. Для всех Евангелие Христово, Евангелие спасения, слава Богу. Так что сегодня молитва за Ворзель, конечно же, на этом служении здесь, в этом городе. И, ну и вообще, благословляю землю Киевскую во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословляю всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Ворзеля, Киевской области, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать. Благословение Господне всех вам. Молитесь о Ворзеле, молитесь о земле Киевской, о духовном пробуждении. Аллилуйя. И здесь тоже хочу показать как раз флаг Украины здесь. Слава Богу! Благословляем Украину, благословляем Киевскую область. И вот здесь очень необычный такой памятник